Постоянными организаторами турнира по мотокроссу на протяжении многих лет выступают спортивный технический клуб Ангарска и администрация города. Сегодня наш город принимает соревнования очень высокого уровня. Это чемпионат Сибирского федерального округа. От себя хочу сказать, что мы и дальше будем делать все, чтобы сохранить эту добрую традицию проведения на площадке города Ангарска подобного рода соревнований. И хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы соревнования по мотокроссу стали одной из визитных карточек нашего города. В наш город съехали 72 спортсмена, которые привезли 68 гоночных машин. Регламент соревнований позволил показать все, на что способны даже те гонщики, которым только исполнилось 5 лет. Мотокросс в Ангарске давно перестал быть просто зрелищным. Организаторы подготовили трассу, отвечающую всем требованиям проведения соревнований международного уровня. Потягаться мощью, управляемостью, скоростью и силами на виражах, трамплинах и так называемых ритмических секциях вышли спортсмены на железных конях с различными объемами двигателя. В результате первым в классе мотоциклов с максимальным в 250 кубов объемом стал ангарчанин Андрей Ружников. Всегда хочется победить, но я думаю, спорт такой нельзя загадывать. То есть у каждого есть желание, но надо стараться. То есть сегодня ехал, думал уже все. Ну, то есть под конец заезда уже на последнем круге победил. Победа в командном первенстве досталась сборной команде мотокроссменов Иркутской области, свой вклад в которую внесли и ангарские гонщики. Заместитель главы города Дмитрий Чернышов пробыл на состязаниях, что называется, до победного. Он поздравил всех участников соревнований. Кроме того, Дмитрий Викторович выразил готовность поддержать состязания по мотокроссу, которые наверняка пройдут в Ангарске и в следующем году.